Гусейнов Хусейн Магомедович родился 21 января 1921 года в ауле Хасад в Новокарачевском районе. До войны он работал редактором районной газеты «За коммунизм». В 1943 году совершил подвиг Михаила Корницкого, отдал свою жизнь и спас своих солдат. Когда сообщили родным Хусейна, что награды не имеется, Хусейнов ушел в вечность без награды только из-за одной единственной причины. Ее мать была карачаевкой. В Кисловодске решили установить памятник. Прототипом памятника будет Хусейнов, лейтенант морского флота, комсорга батальона и командир взвода.